друзья, и я призываю вас не паниковать. Дышим глубоко вместе со мной и не нервничаем, это всего лишь волосы. У кого сейчас легкий шок, тот, значит, не подписан на мой инстаграм. Подписывайтесь обязательно, будете следить за всякими изменениями в моей внешности. И сегодня вообще мы не о волосах будем говорить, на самом деле будем говорить о заказе сайта Рандеву. Рандеву один из самых, наверное, таких популярных сайтов с косметосом, потому что там огромный ассортимент, там есть всякая селективная, нишевая парфюмерия. Это, знаете, те разделы, куда я даже боюсь заходить. Ну, то есть, я там вообще не ориентируюсь. Там есть много интересной косметики. Я вот заказала сегодня кое-что и тоже вам покажу. Я думаю, будет интересно. Я очень люблю Рандеву, потому что они хорошо упаковывают заказы и всегда кладут пакетик. Кстати, в этот раз, до этого я, по-моему, почтой заказы получала, а в этот раз у меня был заказ в Постамате. Это удобно, я люблю постаматы, ну вы знаете, да, этот код, получаете смс-очку и приходите, забирайте свою посылку. Они всегда кладут пакетик, я обожаю эти пакетики, ну вот как бы потом в них можно всякое хранить. И давайте начинать с парфюма из подарочка от Рандеву. У меня сейчас какая-то бешеная тяга к ароматам, я не знаю, что со мной происходит, это... Вообще законно, это нормально, не знаю. Хочу собрать коллекцию всех моих любимых ароматов за все годы. Мне не хватает сейчас еще трех. Мне нужны I Love Love Moschino, четырех не хватает. Dolce & Gabbana Light Blue, мне не хватает Le Parfum Zoo классической версии. И Light Blue тоже классическая версия, не вот эти, знаете, всякие с апгрейдами, мне не нравятся. И Armand Bassi Red. Да, вот когда вот это все, у меня будут все мои любимые ароматы, и вот один из них, это Chanel Chance зеленая версия, я куда-нибудь, давайте вот сюда, вот так, вот тут вам сейчас вот эта магия монтажа, и появляется пирамида этого аромата. Он такой свежий, при этом какая-то фруктовая нотка, и цветочная, и он такой незанудный, и он такой стойкий. Вот эта версия моя самая любимая. Вы знаете, да, что там есть еще, по-моему, розовая и желтая. Мне не нравится ни розовая, ни желтая. Причем вот, знаете, не то, что там я готова с ними мириться, они мне вообще не нравятся, прям люто не нравятся. У меня 30 мл, это удобный для меня формат. Я успеваю насладиться ароматом, при этом и аромат не портится, потому что я выкидываю коробки. И солнечные лучи могут попадать у меня на флакон, ну, да, это негативно сказывается на аромате. Какой волшебный аромат. Здесь очень такой, знаете, распылитель интенсивный. Он выдает очень много парфюма на ваши все эти пульсирующие точки. Очень стойкий. И я этот аромат чувствую на себе постоянно, то есть нет такого, да, что я к нему привыкла, я его перестала чувствовать, нет, я его чувствую постоянно, и я от этого кайфую. Я даже когда сижу за компьютером работаю, знаете, когда правая рука на мышке, а левая вот это под подбородком, я чувствую аромат от запястья, и мне прям физически хорошо. Кто не пробовал, это, знаете, из свежих ароматов самый, ну вот на мой взгляд, не такой линейный, что ли. Это обычно, да, чем грешат вот эти вот всякие там фруктовенькие, цитрусовые, травянистые ароматы, тем, что они простые. Это ароматы для 16-летних девчонок, ну вот по факту. Этот нет. Это тот аромат, который может на себя примерить даже девушка, которая скоро 30. Да, ну как бы еще 2 года, но я не могу. Я уже вот мысленно, я прям уже юбилей отмечаю, печалюсь и прям вот как бы вот слезы катятся из глаз. И в подарок за заказ мне положили вот такой атомайзер. Сейчас я вам покажу. Это брендированный атомайзер. Здесь написано «Рандеву». Я ни разу, у меня атомайзера не было. Я всегда его хотела, никогда не было. И вот здесь, видимо, через низ как-то надо это заправлять. Я еще ни разу это не делала. Я не знаю, как это вообще делается. Я буду пробовать. Ну и, собственно, вы его сейчас открываете. Очень плотно, кстати, закрывается. И, ну вот, собственно, пшикаете и можете носить любимый парфюм с собой. Мне кажется, это хорошая идея, потому что я ношу с собой... вот эти, знаете, стеклянные пробнички. Ну вот, вы поняли, да? И я разбила однажды в сумке такой пробник.
И это была катастрофа, вся пропахла сумка, и это прям было, ну, такое себе неприятное явление. Такие вот флаконы не разбиваются, классно. Следующее, что я взяла, это моя розовая мечта, это Miracle Dust от Beauty Drugs. Я была на презентации. Даже не то, что это была не презентация, а какой-то такой предзапуск, где блогерам и журналистам рассказали, что вообще такой продукт будет. Это вот такая волшебная пудра. Здесь всего, по-моему, 5 грамм, да? Ну, она вообще малюсенькая, 5 миллилитров. Но вот этот маленький объем и достаточно дорогая цена этого продукта, они оправданы. Дело в том, что это пудра, которая превращается в жидкость. И если туда попадет как-то там вода, да, ну вот вы откроете, неплотно закрыли и так далее, все, продукт испорчен. Что это вообще такое? Это уходовое средство, которое можно наносить куда угодно, оно будет заживлять, восстанавливать кожу. Очень положительно, это по словам производителей. Вот, я как бы, ну, тестирую, но я пока не могу понять эффект. По словам производителей, воздействует на постакне, на какие-то воспаления, на все, что угодно. Процесс нанесения ужасно неудобен. Нужно открыть бутылочку, куда-то насыпать и там, да, разнести. Но, вот допустим, насыпать на руку я могу, вот, раз, мне удобно. А, извините, если я хочу нанести куда-нибудь вот сюда, то вот это вот так вот мне это делать, ну, типа, ну, вы скажете, насыпь сюда, возьми отсюда. Нет, вы сейчас поймете, она превращается в водичку. Это, значит, пыльца. И вроде как она должна все заживлять, даже рекомендовала Татьяна Кирилловская, это, собственно, основатель, владелец бренда Beauty Drugs. Если есть царапина, наполовину царапины наносить это средство и смотреть, какая из половин царапины заживет быстрее. Здесь есть ниацинамид. Это то вещество, которое сейчас там много в какой косметике встречается, все за него бьются, восстанавливает кожу и воздействует на кожу исключительно положительно. Я взяла для того, чтобы бороться с постакне вот в этих участках лица. Понятно, что я делаю там какие-то пилинги, все там скрабирую, что могу, но мне нужно вот такое средство. Я сейчас вам хочу показать. Вот смотрим на мою руку. Запоминайте, ну вот, абсолютно однородный кожный рельеф. Я вот сюда насыпаю чуть-чуть. Ай, ну давай, больше сыпанись. Да? Потом берем пластиковую карточку, делаем вот так дорожку, потом долларовую купюру скручиваем и... Шутка. Оно стало мокреньким. Я не знаю, это видно или нет. Но рельеф в этой области меняется очень сильно. Это не в смысле, что как силиконовая какая-то замазка. Нет, это... Я даже не знаю, как это объяснить. Но это круто. Это меня еще покорило на самой презентации. Я вот наношу на свои подбородки. Вот это закидываю голову, насыпаю. Наношу и жду эффект. Вообще продукт интересный. Продукт обещает офигительный эффект. Я этого эффекта жду. Я, знаете ли, не считаю, я не из тех, кто из одного какого-то продукта, давайте теперь всех сожжем на костре. Нет, я так как-то, не знаю, адекватно ко всему подхожу. Еще одна моя розовая мечта, да? Вот это я перескакиваю с темы на тему. Помады от Lime Crime. Вот в таком наборе. Я считаю, что помады, вот такие жидкие, большие, надо покупать в миниатюрах. Потому что это стоит адекватно по деньгам. То есть, ну, как бы, не помню, сколько он стоил, кстати. Я ссылки оставлю, вы посмотрите сами. Стоил этот набор адекватно, и вот эти миниатюрки хотя бы реально использовать. Кто-то из вас использовал матовую жидкую помаду прям до конца, до конца? Я чуть ни разу, да. Как-то не довелось. Здесь три помады. Две из них абсолютно матовые, одна с таким голографически металлическим эффектом, не знаю, как сказать, все три помады роскошные. Вообще, вариантов вот этих вот розочек несколько. Мне кажется, розовая розочка самая лучшая, там самые крутые оттенки. Первый оттенок я вам покажу, называется «Эль». Он такой крутой, просто, это такой коричневый. Посмотрите, да, нюд, причем такой какой-то нейтральный, с ним классные зубы получаются, ну, в том плане, что не желтые. Оттенок Лола очень крутой, и он как раз уходит в розовинку. Вот, по-моему, он на мне сегодня, да?
Ну, вам, наверное, кажется, что они какие-то одинаковые, но нет, они разные. У меня сейчас вообще, кстати, беда. Я вообще не понимаю, что мне идет. Я не понимаю, какими мне надо пользоваться помадами, скульпторами, но, учитывая новый цвет волос, я пока такая, типа, в ужасе. Так вот, да, оттенок Эль, оттенок Лола, он розовый, и вот он прям подойдет вообще всем. Если вот этот коричневый, знаете, не все любят, кто-то говорит, о, отсыл к 90-м, а что плохого-то, почему нет, то оттенок Лола вообще прям будет всем идти. И последний оттенок розовое шампанское. Я нанесу оттенок розовое шампанское, но ему нужно дать подзастыть, потому что вы просто не поймете, что происходит. Он, кстати, классно смотрится и соло, и когда вы его наносите поверх чего-либо. Но я никогда не наношу лайм-крайм поверх лайм-крайм. У меня такой слой получается, мне вообще не нравится. Но вот смотрите, видите, да, металлический отблеск. Вот сейчас высохнет, и он такой и будет. То есть это розовый, мерцающий, с какими-то микроискорками оттенок, да. Ну и плюс упаковка. Вот это вот прям подарки. Я думаю, это видео вообще будет после 8 марта, я не знаю. Ну вот это прям готовый подарок. Все, ленточка перевязали, и ваша женщина счастлива. Или вы сами, почему ваша женщина? Да. Еще один супер интересный декоративный продукт Urban City. Это Cover Master Tip Concealer. Ну, вы скажете, ну, чё, ну, консилер в какой-то коробочке. Он в форме яблока. Я так его хотела. У них, кстати, есть и румяна и так далее. Это, ну, какое-то маленькое произведение искусства. Матовое стекло, неудобный спонж. Да, об этом нужно сказать. Ну, как, можно им пользоваться, понятное дело. Но что-то мне эта лопатка вообще прям не мое. Вот такая коротенькая, маленькая. И у этого консилера, у меня, кстати, оттенок Light Beige. Обалденный оттенок. Хорошая кроющая способность. У него есть такой плюс, которого нет у многих. Он растягивается. Вот посмотрите. Его можно тянуть. Вот я могу им сейчас, да, пока он там не застыл, пока он не зафиксировался, я могу им всю руку перекрыть. Я по привычке его под глаза ляпаю, как, например, ну, скажите, ликвид камуфляж от Catrice. А его столько не нужно. Он настолько пигментирован, что его можно тянуть, тянуть. Короче, я так сделала 4 ляпсуса, по-моему, ну, маленьких. И дотянула консилер вот так. То есть на все лицо практически. Отлично перекрывает, не сушит кожу. При этом, ну, я же уже на все лицо тогда растянула. Думаю, посмотрю, как он на всякий случай себя ведет на жирной коже. Отлично. Не сползает, не жирнится, супер. Единственное, что я все консилеры люблю прибивать, немножечко закреплять минеральным консилером, не в плане плотного нанесения, а так немножечко, чтобы оно держалось. Держится, кстати, на ура. Попробуйте. Любой, даже стрёмный какой-то консилер, минеральным консилером присыпайте, и будет вообще держаться великолепно. Вот этот консилер я очень советую. Очень. Он прям вот крутой. Во-первых, это... Ну, вот, да, стоит ли говорить? Лапочка, лапочка. И при этом он очень крутой. Вот прям крутяк, серьезно. По качеству огонь. Ну, это корейская марка, я не знаю. Хотя, знаете, наверное, нет, даже не буду так говорить. Есть в корейской косметике именно декоративную. Ну, такое, типа, что? А это прям хорошо. Прежде чем перейти к виновнику торжества, да, то есть заказа, покажу вот такую расческу Тангел Тизер, да, с диснеевскими принцессками. Это расческа для Вероники, ей нужно заменить. До этого у нас была расческа Салон, которая, да, для салонов, она с такой горбинкой. Это оригинал, это первая вот, ну, как бы, именно оригинальный, обычный Тангел Тизер, без всяких там выпендрежей, в нашей семье. Уже им все чесались, кстати, вот, да. Он обалденный, то есть, ну вот, я не знаю, такой удобный. Даже, наверное, знаете, если сравнивать с салоном, да, ну, с той горбатенькой расческой, этот удобней. У меня салонная расческа выпадает из руки, вы ее как бы держите вот так, за счет того, что она с горкой, а эту вы держите, ну вот, она как-то удобнее в руке лежит, я не знаю. Я очень люблю расчески Tangle Teaser, потому что они распутывают волосы. У Вероники волосы кудрявые, они путаются, с ними масса проблем, и вот такие расчески помогают распутывать. И посмотрите, я не знаю, не видно, наверное, она вся
в блестках. Она такая вся прям блестящая, милая. Ну и вот тут диснеевские принцессы. Вот, кстати, да? Ариэль? Нет? Ну, почти. И этой расческой можно чесать сухие и мокрые волосы. Это тоже для нас плюс. Не то, чтобы мы прям после мытья сидим и выдираем эти мокрые волосы. Нет, но их нужно немножко привести в порядок, иначе потом их не расчесать, в принципе. Виновник торжества. Контур-кит от Анастейши Беверли Хиллз. Ну, кто-то говорит Анастасия Беверли Хиллз, без разницы. Это первый мой продукт от этого бренда. Тогда, когда я собралась покупать себе что-то от Анастасии, перестали возить в Россию, покупать у перекупщиков из Инстаграма за бешеные деньги я прям не могла. Это противоречило каким-то моим внутренним устоям, поэтому вот на рандеву я так обрадовалась, что у них, оказывается, есть Анастасия. Мне кажется, она недавно появилась, потому что я делала прошлый заказ, я ее, допустим, не видела. Это набор для скульптурирования лица светлых и средних оттенков. То есть для светлой и средней кожи, да, вы понимаете, то я так сказала. Cruelty free, для кого важно, для того важно. Был такой вот пыльничек. И вот так эти оттенки выглядят. Камера, вот так достоверней. Вот сейчас смотрите. То есть вот так, смотрите, они раз становятся холодные практически, да, все, оп, раз теплеют. Сегодня у меня на скулах вот этот оттенок, вот здесь. Честно, я бы его никогда не взяла, я вам просто покажу. Ну, для меня он такой прям желто-рыжий. Ну вот, ну, на самом деле нет, он просто тепловат, но я к такому вообще не привыкла. Это не та вообще палитра, которую я привыкла использовать, но сегодня вы видите, вот, оказывается. Так что если вы рыженькая, либо у вас теплый оттенок волос, вам это подойдет. Так, второй оттенок, вот он средний, и мне он очень нравится. Я до этого делала им, до покраски волос, им делала скульптурирование. И вот этот, он самый светлый, и он тоже очень красивый, именно для холодного типа внешности, он классно подходит. У них обалденная текстура. Они чудесно тушуются, при этом они пигментированные. Поставить ими пятно можно, да, особенно если вот так по незнанию шлеп, и вот пятно у вас будет. При этом растягиваются хорошо, тушуются хорошо, я довольна. Это прям вложение денег, это палетка, которая, ну вот, она того стоит, она того стоит. Так, здесь все, кстати, матовые, кроме вот этого. Это такой шиммерный хайлайтер, постараюсь вам его показать. Ну, ничего не видно. Супер деликатный. Вот супер. Кто-то говорит, не надо говорить деликатный хайлайтер. Это просто не работающий хайлайтер. А я вас удивлю, ребят. Не все хотят вот этот космический эффект. Многие люди прямо от него шарахаются. Не все хотят выглядеть как Джеффри Стар. Понимаете? Ну, вот что-то видно, я постаралась. Но так не наносите. Наносите кистью. Это чрезмерно, конечно. Очень красивый хайлайтер. Вот этим желтым я корректировала, если под глазами какие-то проблемы, если цветовые проблемы на лице, при этом вы не хотите цветными там какими-то консилерами, основами, базами это делать, то вот эта штука хорошо работает. Плюс, если вы где-то косякнули со скульптором самим темным, то вы можете вот этим как ластиком немножечко подстереть. И вот такой нейтральный бежевый какой-то цвет, тоже очень удобный, именно как вот для подтирания грехов, либо вот я его сегодня наносила вот сюда просто под бровь, для того, чтобы эту бровь выделить. Очень довольна, качество обалденное. Картон меня не смущает. Кто-то говорит, о, я тут такие деньги плачу, это картон. Ребят, это удобно, на самом деле. А зачем вам пластик? Что он вам дает? Как-то, да, нет. Глупости все. Палетка обалденная, ее прям могу советовать. Да как бы, а что здесь вообще нельзя посоветовать из всего, что здесь есть? Собственно, все очень клевенькое, да. Ссылки на что смогу оставлю сейчас на рандеву. Насколько я знаю, идет вообще распродажа, там до 50%. На самом деле ко мне уже идет второй заказик, но там не только для меня, там парфюм для подружки и, собственно, и для меня один. Так что жду, не знаю, показывать вам, может, во влоге каком-то еще покажу. Я очень вас прошу поставить лайк этому видео, прокомментировать, репостнуть, если вы вообще, я не знаю, святая женщина, я буду любить вас всю жизнь, пожалуйста, сделайте репост. Сегодня я буду желать вам перемен. Это ужасно, да, не дай бог там, да, жить во время перемен. Я желаю вам перемен.
перемен в разных областях вашей жизни. Но уж коли мы на бьюти-канале, давайте говорить о переменах во внешности. Вы скажете, да меня все устраивает, у меня и так все отлично. Нет, наверное, ни одной женщины в мире, которая бы сказала, все, я достигла совершенства. Вот у меня все так, как я хочу. И я желаю вам не бояться эти перемены совершать, следовать внутреннему вот этому порыву, когда ваша душа просит чего-то новенького, давайте ей это. Потому что жизнь, она короткая, и нужно дурачиться, пока есть такая возможность. Люблю вас очень сильно, спасибо, что вы у меня есть, такие адекватные, такие умные, тактичные, я не знаю, самые лучшие, да? Все же знают, что мои подписчики самые лучшие. Спасибо, что вы у меня есть. Люблю вас и пока.